Всем привет, с вами Тетрадыч, наконец-то вышла игра Toilet Laboratory. Мы долго ее ждали, и наконец-то она вышла. И скажу, что я уже в нее немножко поиграл, потому что я сегодня чуть-чуть в нее заходил, и вчера с моим другом чуть-чуть поиграл. И скажу, что она довольно прикольная. В магазине, вот, кстати, много вещей довольно получается. И оружия много, и всякие капсулы какие-то, и всякая броня. Из чего, что я тут купил, я только... Ой, простите. Я только пушку Джимена купил. Сейчас покажу. Получается, вот так у меня прокачано. Всего лишь, получается, у меня 320 всего, 31 левел. Проблема в том, что... Всего лишь по 10 здоровья, если я прокачу хотя бы по 25, так как я понял из ролика Зелла, который недавно смотрел, что там на все 10 волн получается вот это все здоровье. Так что не очень, хотя бы по 25, чтобы было бы больше. Ну и мы берем пушку Джимена. Кстати, ее можно оборудовать. Так, ну мы ее взяли. Так. Ничего у меня нету. Кстати, вот получается, вот сейчас я вам покажу, как вот эта фигня работает. Видите, они наносят, она какая-то фигня хилится. В приложении Plus City. Так, идем дальше. Ой, да что ж такое-то? Ну, и, кстати, в этой игре поменьше вроде бы реклама, чем в оригинале. Надо, их не так много. Она, наверное, такая бесячая. И вообще, я очень легкая. Кстати, вот я эту пушку лучше на титанов использовать. А не, лучше так не делать. Она долго бьет и мало урона наносит. Смысла в этом нету, по-моему. Нужно новую покупать, наверное. Так, дальше. Ну да, как я и говорю, почти рекламы нету. Ну, мне она, в принципе, не так меня сильно и отвлекает. Возможно, в приложении плюс. Нет, будет. Все-таки иногда она бывает. Но не так часто. Там она каждые два левела вылезала в туалет файт. Ой. Кстати, игра очень легкая. У меня я их всех с одного раза вытыкаю. Этих. Они даже ничего делать не успевают. Вот, смотрите, у меня настолько большой урон, что я даже не знаю, зачем здоровье прокачивать. Хотя лучше все равно прокачать. Кстати, видите, реально здоровье только на все. Так что мне кажется, хотя бы по 25, так как сильно это. Здоровье нужно много прокачек, чтобы увеличить. А эти камерамены все такие много сносят. Так что странно, что всего по 10. Хотя бы по 25 бы сделали, чтобы у меня, допустим, если у меня сейчас 1300, то было бы, допустим, 1800, ну или по 20, чтобы 1700 около того было. Так. Ну не страшно бы его с одной... Так, не с одной, с двух. Ладно. Бегать так. Так. В магазинчике что-то... Блин, ничего не могу. Ну ладно, циркулярную пилу куплю. Вот как ее тоже. Вот как две вещи сразу можно одеть. Или нет, я не знаю. Ладно. Идемте. Нет, две вещи можно одевать. А не, нельзя. Тогда не знаю, чем я ее куплю. Ладно. А чего тогда я Рил ее покупал? Наверное, защиту лучше бы купил бы. Ладно. Пофиг уже. Потом куплю.
кстати, что если тут выключить интернет, то можно будет играть, или они как обычно что-то там хитрое придумают, что, не, что нельзя будет играть. И хоть рекламы не будет, но играть тоже нельзя будет. Я не знаю, почему они не могут сделать игру без рекламы, потому что они говорят, что если они, у них будет больше рекламы, вот тот, помню, давно говорил, что их не взломают, но их все равно взломали. Вот где-то в сентябре. И никакая реклама им не помогла, так что смысл этой рекламы? Они, конечно, может какой-то доход получают, но... Так, мне кажется, что смысла в этом нет. А я думаю? Да ё-моё, вся какая фигня вылезает. Сейчас вообще просто квашина вылезла, а чё она тут делает? Ну а я всех уничтожаю с одной тычки. Кстати, у всех одинаковое количество хп. Нет, у кого разное. Ну, кстати, с каждым разом у них все больше хп. Ну, это понятно, потому что все больше левелов я прохожу. Я, ну, кстати, по-другому тут работает реально. Тут, там мы, значит, у нас было здоровье, и оно было всего на одну. На один уровень, а тут сразу на 10. Но у нас его немного, целых 6000. С самого начала уже 1000. Так, у меня сейчас... Так. Кстати, лучше накопить на защиту, потому что... А, на что-то здоровье, смысл тогда мне ее покупать. Так, ну ладно. Купим все равно. Ладно, ничего здесь со мной жить не буду. Ой! Стойте. Так, возьмем опять пушку для ногой. Может пригодиться. Давайте фигурочку используем. Ой. А я думала. Так, уже посильнее, кстати, пошли уже по 200 хп у них. Многовато довольно. Ну, я все равно с одной тычки уже, я таких двух могу. Не пришел пока ни одной рекламы. Ну это реально, тут маловато рекламы. И это круто. Хотя я не знаю сколько. Смысл мне эту пушку применять? Она мне, можно сказать, не помогает даже. Нафига тогда ее покупал, если я ее обычно сильнее. Чем все остальное. Ну, кстати, мне уже маловато осталось. Да, нужно будет прокачивать, но я только броню. Тычки не вырубаю. Так,
он, я успела его задамажить. А я думал. Так, магазин. Блин, может быть накопить. Ай, ладно, сразу не лучше, ладно. Так, мы закачаем немного. Блин, не хватает, ладно. Чтобы ты все потратила только. Так, ну тут, конечно, пушка бумага берем. Так, тут ничего. Так, балдел. Что-то какая-то такая себе балдел. Кстати, я реально больше стала. Кстати, вроде не вижу. Интересно, сколько я уже уровней прошел? Всего. В принципе, думаю, сильно урон смысла нет. Прокачивать лучше, чем наоборот, урон надо, а здоровье не очень. И, кстати, как... Если меня кто-то давно уже смотрит, видите, наверное, меня, что я уже не заикаюсь. Ну, то есть нормально разговариваю. А в сентябре, когда я только начал вот такие ролики снимать, ну, я еще до этого где-то в июле там снимал один ролик, но там я вообще не... Это так себе разговаривала. Тут я уже, я научился уже это делать. В принципе, мне не сложно. Сдох. Кстати, я знаю, как легко избавляться от рекламы теперь. Ой. Так я же отбил атаку. Ты чё? Да ты чё? Как? Что? Да как? Да чё за... Так, нифига не понял, что надо было сделать. А что, как защищается? Я думаю, что это полегче, уже сторонновато стало, реально. Люди прям дофига слотят. Не, по-моему, реально нужно разработчику игры, вот как гиперкольца, нужно хотя бы увеличить, вот чтобы за прокачку здоровья хотя бы по плюс 25 было. Можно, конечно, по 50, но мне кажется, по 50 уже жирно будет. 25, мне кажется, в самый раз, если они столько наносят. Хотя, если они столько наносят, то, мне кажется, можно и... Можно и по 50, честно говоря. Кстати, я как вижу, сколько... они наносят столько, сколько у них и урона, скорее. Через столько у них... ХП. Отбивать атаки я так и не понял еще у них. Так. Я буду только урон и урон прокачивать.
Интересно, в этой игре есть промокоды на чипы? Потому что... Потому что уже не нужны. Ну или когда детские педисты появятся, уже, возможно, будут такие, да, это... Кстати, вот когда добавят скибидиста, может быть, вот так будет, что, допустим, если ты станешь скибиди-ученым, то у тебя, допустим, будет плюс 50 здоровья, плюс 30 урона. Если джабайлом, допустим, плюс 150 урона и плюс 250. Так, стойте. Просто тут нету кнопки выхода из этого... Просто мне нужно еще проверить. Может что-то купить? Вот, могу я сейчас. Кстати, капсула ярости, но не буду. Можно накопить, конечно, ракету, но она... Чего она меньше носит за нее? Стоп, что? Вот промокоды. Кстати, какие тут интересные, я не знаю. Я уже дошел, ой, вот дошел, так, вот это давай, а вот, что-то там 800, и да, блин, почему хватило, почти хватило. Не знаю, для чего я беру эту пушку джевать, ну, просто, может, если понадобится. Ладно, наверное, я до 10 уже не буду доходить. Давайте еще один, наверное, пройдем. И хватит. В следующих сериях уже ждали. Я же не буду все в одну серию смотреть. Интересно будет тогда. А вообще, сколько я снимаю? Ну, короче, когда будет следующая реклама, я посмотрю. Если она будет, конечно. И на романтика. Ну, мне пофиг. Получается. И сколько я наношу? Ну да, минус 700. Я всех вырубаю просто. Реально много у меня денег. Но со здоровьем, мне кажется, нужно, если вот здоровье покачивать, то мне кажется, хотя бы плюс 20-25, чтобы здоровье побольше было, потому что они, блин, на максималке там столько сносят, треть моего здоровья могут сносить, и еле выживаю, так что все-таки мне кажется, что надо пофиксить это, хотя бы сделать плюс 25, допустим, на здоровье за каждую прокачку. Так я не знаю. А еще как вы... Как это так? Ну как от них отбиваться, я так и не понял, честно. Так, а реклама вообще будет? Или мне самому лучше посмотреть будет? О, ну да, как раз уже 20 минут снимаю. Это так и надо. Ну, кстати, тут дольше проходится. Хотя мне было реклама, может посмотреть, ну ладно. Уже можно и понятно, что 20 минут снимаю. В принципе, на этом как-то и надо заканчивать. Так. Не-не, не сильно помогло эта фигня. Так, ну что ж сказать. Может, ого, кстати, у меня 6000. Может, тогда что-то купим?
Или оставить на потом. Ладно, давайте сейчас прокачаем немножечко урон свой. Вот, да, вот здесь от 50. И все остальное в этом. Но играть уже не будем. Только попрощайся в этой. Потому что играть уже не хочу. Уже 20 минут снимаю. Да и мне в школу скоро пора. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. С вами был Тетрадыч.